Предостережение. Этот дом, он кишит привидениями. Надо срочно найти выход из этого дома. Все, идем дальше искать выход. Так, это зал. О. Ага, как обычно, закрыто. Кто-то сверху ходит. Интересно. Посмотреть. Эх ты! Кто ты такая? О-о-о. Спрятаться куда? Вот сюда? Так, эта девочка мне будет помогать. Опасность. За мной гналась высокая страшная женщина. Она... Чё? Так, ладно. Чё, можно вылазить? Так, за мной гналась высокая страшная женщина. Она явно хотела меня убить. Похоже, это и была мама, о которой предупреждала та девочка. Я должен быть более осторожным и скрытым, чтобы выйти живым из этого дома. Так, и тем более мне девочка это помогала. Значит, ага, вот я там был. Так, теперь я здесь. Значит, эта девочка за меня. Так, я должен быть более скрытным. Он какой-то знак. Закрыто. Так. Халаты, вся фигня, ничего интересного нету. Ничего. Так, скорее всего, туда как-то можно попасть. Но дверь закрыта. Так, значит, нам, наверное, сюда. Я помню эту лампу, она с секретом. С каким секретом? Тень надо куда-то поставить, что ли? Или чё? Не знаю, ладно. А, во. Как рычаг. Нажмите W или S, чтобы крутить рукоятку. Так, это я нажал W, а теперь S. Понятно, так можно долго крутить. Надо, чтобы что-то произошло, что ли, или что? Ладно, пока непонятно. Пойдем посмотрим, что там дальше есть.
оторванная часть от бра. Значит, пригодится. Наверное, ей... А, ну да, я ей крутил. Оба-на. Так. Что-то с этой лампой связано. А чё я не могу понять? Чё же? Из какого? Так, осмотреть, а не спрятаться. Что-то за этим шкафом есть. За каким? За вот этим, что ли? Ага, вот здесь что ли? За ним прям. А, стрелка, смотри-ка. Толкнуть. Херакс, вот тебе проходик. Вот он и проходик. Ладно, идем дальше. Что такое, знаки какие-то? Выходим. Эх ты, прячемся быстрее в шкаф. Блин, она меня теперь постоянно будет искать. Вовремя свалил, блин. Меня тут нету. Женщина, меня тут нету. Не ищите. А девочка за меня, значит. Чё, всё, типа, сигнал, выходи. Типа, да. Так. Чё тут у нас есть интересненького? Какая-то вам бумаженция, надо ее прочитать. Сентябрь 900 года. Дорогой дневник, я не понимаю, что происходит в этом доме, я не верю никому. Вчера, проснувшись глубокой ночью, я, как обычно, пошла проверить деток. Зайдя в комнату, я почувствовал знакомый запах. Такой запах стоял, когда Гарольд возвращался после охоты с добычей. Заглянув под кровать, я обнаружил обезглавленные тела животных. Было так много крови, смешанной с грязью и клочками шерсти. А та вонь, и это все было под кроватями моих детей. Я забрал детей к себе в комнату, а служанкам приказал все отмыть здесь. Кто мог устроить такое? Мне кажется, что кто-то пытается намеренно свести меня с ума, чтобы отобрать единственное, что осталось у меня, моих детей. Интересно. Мертвые животные в детской комнате? Это ужасно. Так. Что, тут тоже есть проход, может, какой? Оп. Еще один дорогой дневник? Нет. Души умерших никогда не выполнят твою просьбу просто так. Они любят загадки и идут к тебе навстречу только после того, как ты решишь им
их или выполнишь их просьбу. Обычно эти загадки как-то связаны с их жизнью. Чтобы их разгадать, мне приходилось рыться в их прошлом и узнавать самые разные детали из жизни. Благодаря дневникам это было несложно, но с детьми сложнее. В основном они хотят играть, но игры у них необычные. Иногда мертвые строят барьеры в настоящем, через которые человек не может пройти. Они открывают их только если выполнить их условия. Но надо помнить, что они видят мир совсем иначе. Понятно, сейчас, короче, я буду бегать с условиями. Ну, я так и думал. Ладно, ладно, ладно. О. Мне нужно найти остальные части фотографии. Окей. Так, остальные части фотографии. Ага. Так. Потихоньку, потихоньку находим. Еще типа одна фотография. Не фотография, а кусочек фотографии. Я знаю, блин. Не знаю даже, куда его спрятали. Интересно. Или что здесь вот на видном месте нет? А, это не то. Это я уже читал. Ну и где он? Там нету? Там нету. Ага, в шкафах только прятаться можно. Туда, значит, ничего не могут спрятать. Только меня. Шкафы специально для меня сделаны. Так, на полу, наверное, валяется где-то на видном месте. А, за доской, наверное, вон там. Нет, нет, нифига. Я бы туда и не смог пройти. Чё за прикол, где еще кусочек фотографии? Так, может снизу где? Нет. Интересно. Так, надо столбы эти осмотреть. Че, закинули, заныкали куда-нибудь. Это та девчонка, наверное, специально такая. Ага. Поиграй со мной. Нет? Нет. Где-то здесь, мне кажется, прям. Нету. Тут нету. Тут тоже нет. Да ладно, я везде же посмотрел. Нельзя в сундук закинуть, нет? Так, тут тоже нигде нету. Но здесь точно нет, потому что здесь другая была фотка. Нету, нету. Эй, чувак, девочка, иди сюда, помогай мне искать, блин. Фотки.
Так. Надо еще раз повнимательней посмотреть. Ага. Во. Есть. Семейное фото. Так, на этой фотографии был я, значит, это моя семья. Тимми и Элли, это мои брат и сестра, моя мама. Но что за женщина рядом, где появился рисунок петли? Что-то тут случилось, я ничего не могу вспомнить. Теперь надо табли... О, дверка открылась. Че, нам можно уходить, да? Кто-то идет. Прячемся. Так. Че, все? Ну ладно. Так. Закрыто. Ага. Так, здесь тоже было открыто. Так, возвращаемся сюда обратно. Все так же все закрыто. Все тот же лист бумаги. Про ключ. Так. Что, типа наверх, что ли, надо? Пойдем наверх сходим, посмотрим. Так. Нет, значит, мне еще наверх не надо. Значит, у меня еще дела внизу на первом этаже есть. Только интересно, какие? Где эта девочка? Это типа сестренка, что ли? Она должна помочь. Так, здесь, как обычно, все закрыто. А здесь? Здесь тоже. Что, типа на пианино опять сыграть, что ли? Давай сыграем. Походу не помогло. Так. А дверь-то опять что ли закрыта? А чё дверь-то закрыта? Засов. Нифига себе. Его же не было. Ключа у меня так до сих пор и нет. Так. Он оттуда не выйдет сейчас опять.
Опять в шкаф ныкаться придется. Так, я предполагаю, может быть, мне вон туда. Точно. Нет, так, там кто есть? Нет, там нет никого. И здесь нет никого. Так, 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 что же делать? Я ничего не могу вспомнить. Такс. Здесь, кстати, опять все нормально стоит. Здесь тоже все нормально. Так, интересно, и что же делать? Вот эта же дверь не просто так открыта. А, понял. Серьезно, надо вернуться обратно? Ладно, пойдем обратно. Мало ли, а то вдруг ключ появился еще. Мне ж ключ надо найти. Я совсем забыл. Так. О. Не. Блин, что, зря прибежал, что ли? Офигеть. Ну ладно. Так, снег пошел. В доме снег пошел. Значит, обратно здесь не надо ходить. Хорошо. Типа мне ключ надо найти, да? Ключ, ключ, ключ. Чё у меня есть? Я... Оторвана часть от бра. Я где-то видел сломанное бра. Может, нужно вставить на место? Светильник. Оторванная часть от светильника. Ага. Во. Не? О. Рили, охереть. Так. Ты чё? Секрет лампы. 5 раз по часовой. 3 раза против. 6 раз по часовой. Чего? Секрет лампы. 5 раз по часовой. 3 раза против часовой. 6 раз. 5 по часовой. 3 против. 6 по часовой. Секрет лампы, я понял, который там, светильник, ага. Так, окей. Нет никого. Типа я сейчас кого-то выпущу, что ли? Кого-то связанного? 27 августа 900-го. Прошла неделя, как Гарольд оставил нас. После путешествия он изменился, я его не узнавала, но как наивная дура думала, что он просто утомился. Как я не заметила, я бы могла помочь ему. Каждый день меня поедает мысль об этом и чувство вины. Хочу уйти вслед за Гарольдом, но ради детей я все еще живу в этом проклятом мире. Мои служанки волнуются за меня. Позвали доктора, который назначил мне какие-то лекарства. Он говорит, что эти лекарства должны мне помочь со всем этим справиться. Но я сомневаюсь, что эти лекарства могут помочь справиться с утратой любви всей моей жизни. Но в одном он прав. Я замкнулась ото всех и от детей тоже.
Он предложил свою знакомую няню, чтобы она смотрела за детьми. Сказал, что им сейчас кто-то нужен, а мне нужен отдых и постельный режим. Понятно. Там няня, значит, на фотке была. Бедная женщина. Точно. Так. 5 раз по часовой, 3 раза против, 6 по часовой. Бежим. А, вот он, дружище. Ё-моё, воу-воу-воу. Охренеть. А я думал, он там где-то. Напугали. Так. Лампа, где эта лампа? Лампа там. Бежим к ней. Вот. Так. 3 раза. 6 раз. Ага, я забыл. Так. Пять по часовой, 3 против. Так. Нажми В или С. Это... Вот, по часовой. 5 по часовой. Раз, два, три. Нет, я сбился. Еще раз. Так, 5 раз по часовой. 3 против, 6 по часовой. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, по ручке надо, вон он слева, ой, справа ручка есть, все. Вот. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, он по ручке. Ключ. Угу. У нас появился ключ. Что дальше? А, все, выход. Можно выходить, наверное. Можно, наверное, выходить, да? Да. Так, всем здрасте. Че, кто есть? Никого нету. Так. Мне, наверное, сначала надо эту локацию. Ух ты, уёб! Вы чё кидаетесь, народ? Вы чё? Чё какие злые ты? У меня аж чуть сердце в штаны не ушло. Охренеть, блин. Метнули. Чё тут хоть кинули? Чё это такое? Кукла? Фух. Напугали, блин. Так. Типа, иди отсюда, наверное, сказали. Тебе не сюда. Может, что тут почитать есть? Нет. Тут ничего нету. О-о-о-о-о. А, нет, это ручка. Это просто ручка. Так. Давай наверх сходим. Что тут у нас наверху? Ребята, а кто есть? Сейчас опять эта женщина мне в шкаф. Я в этот не влезу, шкаф. Надо сразу искать себе шкаф. Пойдем вот сюда сходим. Так. Так. 4. Или чего? Римская. Так, не пойму. А, все, понял. Так, а что надо как-то соединить? Так, 8, 9, 10. Наверное, так, 1. Нет.
5 раз по часовой, 3 раза против. Это секрет лампы. Так, значит, мне, наверное, пока не сюда. Пойдем сходим вон туда. Закрыто. Так. Ага, шкаф есть. Шкаф есть, значит, скоро придется прятаться в него. Я прям 100% уверен. Так, чё, кто кидаться будет чем-нибудь? Нет? Нет, ничем не будем кидаться. Так, тут ничего нету. Интересного, да? Заначек тоже никаких нету. Окей. Так, сейчас здесь, наверное, что-нибудь будет. Там что-то есть. Я уже даже... Ну давай, что ты там? Нет, ничего нет. Серьезно, ничего нет. Я думал, сейчас будет это. Нет, ничего нет. Так. Все, ладно, что дальше? Все. Значит, надо вниз идти. Значит, надо было сначала вниз идти. Сюда рано еще. Идем вниз. Идем, бежим вниз. Так, это второй этаж. Здесь я был. Идем вниз. Так. Что у меня есть в комплекте? У меня только медальон. Все понятно. Так, так, так. Там нет никого? Нет. Так, ясно, здесь ничего нету. Так, дверь открывается? Нет. Идем сюда. Так, шкаф есть? Ныкаться. Шкафы, вы где? Так, сюда можно, да? А вот сюда? Сюда нельзя, значит нам сюда. Так. Ну, кидайтесь, давайте, нет? О, шкаф есть. Так, а что, картина валяется. Так. И тут тоже ничего нет. Значит, надо еще ниже спускаться. В цоколь. Так, тут ничего. И тут ничего. В чем прикол? Так, эта дверь я... Да, она не открывается. Ребята, в чем прикол? А, там замок был, вот я только не понял. Надо найти, наверное, какую-то записную книжку, что ли, или что-то, где пароль есть от ключа. Блин, я вообще не знаю, честно говоря, где он. А вот, кстати, выход. Но я туда не смогу попасть. Так. Так, может, у меня какие-нибудь на медальоне подсказки-то есть, а? О. Что с ним можно делать? Ничего? О, крутить можно. Там есть что-нибудь подсказки на нем? Нет, только Г. Или Р. Английское, что-то непонятно. Так. Шкаф. Тут я был. Здесь я тоже. Да, закрыто. Ага, вот здесь небо. Пропустил. Так. Так, так, так. Все пусто, чисто, ничего нету. Здесь тоже ничего нету, нету. И здесь нету.
А вот эту дверь-то я толкал вообще. В нее и не зайти никак. Точно? Да, нельзя. Вот жопа-то, а? Полная. Так, мне вот сюда вот нужен ключ. Здесь я был. Или не был. Или. Наверное, да, я здесь, по-моему, был. Я уже запутался. Так, значит, мне вон туда надо. Нет ключа? Ребята, дайте ключик! Оп. Ага, я смотрел туда, точно, вот отсюда. Так, она ведь не просто так открывается-то. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Чё же нам? Ключик, ключик. Там пароль какой-то надо указать. Какой-то пароль. Это вся та же это. В кладовой. Блин, все, короче, вообще непонятно. Так, 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 может быть здесь? Чулан. Дверь нельзя? Нельзя, что ли? Блин, о, можно. Ну, еще одна дверь. Тоже нельзя? Потом окажется, что можно. Вообще капец, шкаф. Что тут есть что? Нет ничего. Так. В общем, я тут все посмотрел, поискал, ничего не нашел. Сюда тоже нельзя. Я уже здесь как свой, прям. В этом доме, блин. Хотя это и есть, походу. Типа якобы мой дом, что ли. Так, интересно. Так. Вот надо посмотреть еще вот здесь. Вот меня кинули, да? Меня чем-то кинули вот здесь. Оба! Так, нажмите R, чтобы достать или убрать монокль. Так. Что это такое? Чувак без ноги. Стрелка туда показывает. Прямо. Типа прямо, что? Прямо. Так, вот сюда что-то показывал. В стене, что ли, что? Или здесь заначка какая? Ребята. Еще раз. Стрелку он туда показывает. Теперь туда. Теперь туда. И чё? О! Открыть дверь. Здорово, чувак. Ого-го. Чё дальше? Так. Питер, спаси нас. Who are you? Кто ты? Выпусти меня отсюда.
Так. Я твой отец, я могу я помогу тебе выйти. Не помню, что у меня был отец, я тебе не верю. Питер, это из-за нас ты оказался здесь. Ты должен снять заклятие, которое нас поедает вот уже 12 лет. 12 лет назад мы тебя спасли ценой нашей жизни, но застряли здесь. Мы не можем выйти отсюда, ты единственный, кто может освободить нас. Где ты? Моя душа помещена в эту куклу, надо найти все части этой куклы и снять заклинание. How can I find them? Карта. Чё за карта? Какая карта? Доска Уиджи. Со мной через доску Уиджи связался дух, который сказал, что он...